Благодаря народному голосованию по проекту формирования комфортной городской среды за обновление общественных пространств в Подмосковье в 2023 году благоустроили 59 общественных территорий, а еще 52 проекта реализуют в этом году. В рамках работ по благоустройству территории вокруг Тимоховского пруда в 2019 году около кинотеатра «Искра» были обустроены памп-трек и скейт-парк. На площади разместили скамейку и небольшую сцену. На набережной создали многофункциональный деревянный настил. В летнее время он используется как пляж. Здесь также установлены сухой фонтан, детская площадка, столы для игры в шахматы и многое другое. Всего с 2017 года в России по проекту благоустроили более 111 тысяч территорий. Проект формирования комфортной городской среды реализуется по решению президента России.